Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре – FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Если скорость загрузки видосиков на YouTube вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Сезон идет полным ходом, хоть и не полностью, но мы уже можем посещать вылазки ради пролутки, можем посещать Normal Raid, Heroic Raid, можем посещать Mythic Нули с целью того, чтобы вытащить какие-то тринкеты. Можно делать различные крафты. Само собой, в тот момент, когда мы ищем какие-либо крафты, мы обращаемся к чатику по типу торговля или торговля услуги. Но, как мы прекрасно знаем, там может быть куча различного спама, куча различных сообщений от скамеров, от каких-то сайтов вообще. Поможем, прокачаем, вот этот вот весь шлак мы просто сейчас вместе с вами уберем. Каким образом? Сейчас ту магию я буду вам показывать. Во-первых, нам потребуется модификация под названием Global Ignore List. Открою вкладку модификации, и мы найдем эту замечательнейшую модификацию. Для того, чтобы работать с этой модификацией, мы должны ввести команду GUI. Таким образом, мы откроем окошко этого аддона. Открыв его, мы увидим заигноренных нами вручную людей. Можем приписать им различные причины, прочие различные моменты, какие нам хочется. Также можно увидеть, сколько дней они находятся в этом игноре, и на каком они сервере, и на какой фракции. Но нас интересует вкладка под названием Chat Filters. Тут куча различных вообще, в принципе, фильтров, которые идут по умолчанию. Люди любят к различным способностям приписывать превосходные слова. Да-да-да, и таких сообщений было аддоном заигнорено за 2 года 6 тысяч. На гордуню. А если мы рассмотрим различные ачивочки, именно спам-фильтр, направленный на блокировку сообщений, поможем с королевой Ансурек, поможем с дропом Фералата, то 1 400 000 сообщений. Просто скрыто было это все от моих глаз. Как можно это все модифицировать? Давайте посмотрим. Откроем чатик, что у нас на текущий момент спамит активно. Поможем получить гладиатор. Мы берем, прочекиваем эту ачивочку. Нам нужно узнать ее айдишник. Айдишник достижения 40393. Я просто возьму, вот так вот скопирую. Теперь сюда ставлю. Теперь возьму айдишник. Уберу прошлый. Ставлю новый сюда. Проверю, есть ли пробел или нет. И нажму Save Filter. По факту, после измененного такого чат-фильтра, я не должен видеть линки с этим достижением. Посмотрим. Также имеется, да, героический режим, Нерубский дворец. Аналогично. Берем, чекаем достижение на вебхеде, смотрим, какой айдишник у этого достижения. У этого достижения айдишник 40245. Берем, копируем, раскрываем опять. Ну, вставлю, чтобы просто не забыть. Беру, копирую, вставляю, убираю лишний пробел. Беру опять айдишник, заменяю, сохраняю. Само собой, весь этот фильтр будет в описании к видосику и в закрепленном комментарии. Возьмите, скопируйте его себе, ставьте, скачайте аддон, и ваш чат нереально очистится. Вы будете видеть только те сообщения, которые вам нужны. Крафчу, создам, ищу крафты. То есть это выгодно, если вы предлагаете услуги или вам нужны услуги по крафту. А видеть эти бесконечные спамы, поможем, проведем, заскамим, я не думаю, что это вам интересно. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!